Чё, как дела у кого? Здравствуйте, 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 всем привет. Я 3 недели была в Дубае в температуре плюс 45. И когда я прилетела сюда, и тут, блин, такая холодина. Вот сейчас я еду, мне на машине сколько? Мне 8 градусов написано. Вот. И ну как бы такой небольшой хрипотцу я себе подзаработала, и нос заложен. А так? Нет, так в целом нормально. Лер, ты кто по жизни? Человек по жизни, а ты кто по жизни? Я губы не делаю, сдула давным-давно. Съезд, поверните направо, на мост. Охуенно, вы вовремя меня предупреждаете. Через 300 метров, поверните направо. А вот да я не болею, не-не-не, просто, ну, как бы, за перепады такого в температуре, как бы, чуть, понятно, что подстудилась. Поверните направо. Вот! Собственно, вот через 500 метров держитесь левее. Да, Эмма. Вот, собственно, поэтому и сейчас нам иду марафет. Покайфую. Так. Сними очки, глаз твоих не видно. Я, кстати, между прочим, абсолютно без макияжа. Держитесь левее. Без тональника, без... Прямо, 10 километров. Без тональника, без всего. А я правильно повернула? Кто знает? Наверное, правильно. Сними очки. Уже сняла очки. Поняли? Я без макияжа. Натуральная. Слева дня. Так, счастливого позитивного дня, чтобы всякие зависти твари его не испортили. Я вас уволяю, мне мое настроение мама только может испортить. Глянь, что за день мусора штрафовали на 10 мях руку девушки. А ты бы ему сказала, хоп, мусорок, не шей мне сорок, тари, та-да. Так, без макияжа бомба. Я милашка. Мне мои бывшие всегда говорили, что Зая, не красит, ты такая милая, как ты не накрашенная. Очень красиво сказать, как блин. Так. Как относишься к психологам? Да нормально отношусь к психологам. Так, ресницы нарощены, это не натурально. Ну, извините, у меня моя сфера деятельности обязывает к тому, чтобы у меня взгляд был выразительный. Учитывая то, что я брюнетка, темная, смуглая, у меня брови широкие свои, но ресниц у меня длинных своих, густых нет. А в кадре общая картинка важна, поэтому я наращиваю ресницы. Так. Полностью интервью с Лободой смотрела. Я не досмотрела, я начала смотреть Собчак с Лободой, которая вот вышла, «Осторожен, Собчак», но мне нужно было уже собираться, и я вечером досмотрю. А, привет, Лешка, как твое ничего? Мое ничего, заебись. А, написала в директ, обсудил фотосессию. Ой, да-да-да, дорогая, да. Я сейчас как в эфир проведу. Вечером домой, короче, приеду и это посмотрю.
Лера, ура, вернулась в прямые эфиры. Ты любовь свою встретила? Я в любви всегда, понимаете? Вот я, у меня нет такого, что я всегда нахожусь в состоянии влюбленности. Вот, поэтому все ок, так, подождите. Милашка, подтяжка, вес скажи. О, сейчас я в Дубае поднажрала себе бока. А, так, ну я вешу, ну я не знаю, наверное, где-то, ну килограмма 3, наверное, я набрала. Где-то я сейчас вешу 57, наверное. Да. Ой, блин, опять я все пропустила. Так, красотка, спасибо. Что нового, какие планы? Нового что? Колечко новое. Планы, о планах не говорят. А в директ написал про маски. Да, я что-то передумала, блин. Мне некогда, мне сейчас просто очень много всего, чем что для меня действительно важно. Мне вот заниматься этими масками, херасками. Так, пупсик опять за рулем. Да, это моя собственная рубрика «Фрост за рулем». Сколько можно... Да, не, пусть пишут, они же не понимают. Если они же думают, если я не отвечаю, типа, я не вижу. Я повторяю, я всегда все вижу. Так, ладно. Была в Баку? Нет, не была. Автомобиль Мерседес прекрасного дня. Прекрасно, что чуток набрала. Да не, надо сейчас чуть подскинуть. Сейчас тренировки хочу подключить. ПП. Все дела. Так. С Ричем познакомились. Я не через общих знакомых, я уже не помню. Фильтр, ой, я не помню, как он называется, что-то Борн. Вот как вот фильм с Леди Гагой был, который «Рожденная стать звездой», она на русском, а на английском, не помню, как он назывался, вот этот фильтр. Привет, 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 кем ты работаешь? Я не работаю. Работа работает на меня. Очки, это Селин. Приходит уведомление, что ты в эфире, сразу думаю, Олерка снова куда-то едет. Что за песня ужасная? Еще Нюшу я не слушала в машине. Так, ладно. Ты чё, под шофе? А ты чё, шутница, что ли? А Мучу куда уже отвечала, косметологу. Что с голосом? Ну, у меня он сам по себе не вот такой вот. Осипший немного, потому что уже говорила, акклиматизация, перепад температуры, плюс в понедельник я немного заехала в караоке. Любимая песня из 90-х. Крошка моя, я по тебе скучаю. Потом. Ну, короче, я «Руки вверх» люблю. Да все из 90-х песни крутые, если так вот. «Руки вверх», «Тату». Да блин, да все крутые. Так сказать, пересосала. Когда я сосу, секрет раскрою, у меня горло потом не болит. Потому что надо уметь правильно сосать. Секретик тебе скажу. Так, что делать, если вокруг меня никто не понимает? Да, зачем тебе надо, чтобы тебя кто-то понимал? Главное, чтобы тебе с самой собой было комфортно. Воровайка тоже неплохая. Не воровка, не шалава. Жизнь началась с базара вокзала. Не шалава. Что там? Всем понравилась моя шутка. Замечательно. Приветики, вы очень красивые, обожаю вас. Привет из Волгограда. Волгоград, здравствуйте. И вам приветики.
таксиста, но вот охеревший. Ну ладно, проезжай, ну бог с тобой. Бойкий характер у тебя, крутая прям. Благодарю. Так. А, ты прекрасно, спасибо. Алик где пропал? Я с Аликом сегодня общалась, никуда он не пропал. Видимо, после выходных отсыпался. Ты куришь? Да, куришь, кстати. Зачем вы мне это сказали? Я теперь курить захотела. Чтобы мы с тобой не ступили, там трёхом голубей, на берегу неба. Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Меня засосала опасная трясина. Так. Ой, опять пропустила эти все вопросики. Как относишься к спонтанным путешествиям? Замечательно. Отношусь буквально вот вчера. Не думавши, не гадавши. Уже знаю, куда улечу на Новый год. Это, в помощь вам YouTube, потому что вчера прямой эфир на эту тему я провела, больше тем это для меня закрыто. Духи, у меня очень много духов, Tom Ford, ванила, пака ванила, ванила табака, я их лично не путаю. Juicy Couture у меня разные. А, кстати, можно это, я вам сделаю как-нибудь сторис, обзор духов. Fleur Narcotic, гирлены у меня разные тоже. Что еще? Карлина Херрера, Монтали. Да много всяких разных. Так, посоветуйте хороший фильм. Я не знаю, я вот много фильмов разных. Я не могу назвать какой-то. Который поплакать я люблю. Что думаешь про то, что Билан был неадекват на концерте в Саратове? Вижу, что... Впереди авария в среднем ряду. Что подпеваешь его песню. Во-первых, песня была по радио, во-вторых, неадекватно. Блять, а вы вот все тут адекватные собрались? Вот я тоже по-своему неадекватна, ты по-своему неадекватна. Он что, не человек? Вы не пьете, вы никогда не творите какие-то вещи, за которые вам потом стыдно. Блин, ну перебрал, ну может там еще что-то было. Но это его личное дело. О, какая песня? Ты красиво улыбалась, выходила из лимона, каждый вечер тусовалась, я разыщем казино. Удалось пройти охрану в этот вечер наконец. Я увидел шубу на тебе, это был писец. Ты 32 зуба, мерцали как алмазы, обжигаешь красотой, ты гламурная зараза. Может иногда я бываю не права, но сказала в этот вечер вот такие вот слова. Как ты не крути, но мне не пара, не пара. Вот такая вот у нас запара, запара. Как ты не крути, нам не по пути, мы с тобой не пара, прости. Давай еще раз, Настя. Так, я слушаю песню и буду отвечать дальше. Ты не крути, нам не по пути, мы с тобой не пара, прости. Я собрал нормальные деньги, ты собрал свои понты. Я хотел, чтобы мы свободно перешли с тобой на ты. Но только денег не хватило, я понты не заценила. Ты любовь мою убила, мне кранты. Всем ты баста! Это слово не подходит для Потапа. Даже если это все сказал, то впереди камера на пол. Красавица, почему же говорила ты мне на не нашем языке? Как ты не крути, но мы не пара, не пара. Как ты не крути, нам не по пути, мы с тобой не пара, прости. Давай еще раз, Настя. Как ты не крути, но мы не пара, не пара. Вот такая вот у нас запара, запара. Как ты не крути, нам не по пути, ни с тобой не пара, прости. Аккордеон! Кофе. Жми на мяч, Вадя! И мой офис казино на 25-м этаже. Я солидная персона, я тебе не по зубам. Круче, чем Чак Норрис, даже круче, чем Ван Дам. Когда вижу я тебя, то мне грустно и смешно. Тебя бросили друзья, ты поиграла в казино. Жизнь такая штука, может всякое случится. Но не измеряй любовь в условных единицах. Как ты не крути, но мы... Да ё-моё. Вот у нас запара, запара. Как ты не крути, нам не по пути. Так, ладно, всё. Идем дальше, задаем вопросы. Посмотри сериал «Верни мою любовь», там поплачешь не один раз. А русский сериал или какой?
очень хочется увидеть меня невестой. Да подождите вы, мне же всего лишь 25. Давно куришь? С 18 лет. Бренд очков Селин. Мальборо на двух капсулах. Не могу, блин, и курить, и телефон держать, и петь из-за дорог, если я бы так не смогла. Впереди авария в правом ряду. А еще скажу, я параллельно еще могу перебываться. Веришь в приметы? Я верю, наверное, в знаки в какие-то. Вот. Чтоб прям в приметы, типа кошка перебежала, все пиздец, такое не верю. Ты готова к жизни тусовки, ты же по-другому не сможешь. В смысле не смогу? Я когда находилась в отношениях... Впереди камера на полосу. Я не тусовалась. И что значит тусовки? Я, если я гуляю с своими подругами, я просто пою песни, танцую, отдыхаю. Ничего никогда себе не позволяю лишнего. Когда, допустим, отношения, когда люди там живут вместе, понятно, что это уже чуть другая история. Вот. Были у тебя проблемы со спиной? У меня проблемы со спиной по сей день уже 10 лет. Что для тебя знаки? Для меня знаки, ну какие-то, знаете, вот как же вам правильно объяснить? Вот когда... Вот, допустим, да, вот пример, ну, как бы такой жесткий какой-нибудь приведу пример, да, вот, вот, окей, с Титаником пример. Когда, там, я не помню, помните вы четкий сюжет или нет, да, вот у кого-то, вот, ну, не получалось, вот что-то вот, ну, что-то задерживало, что-то вот, то человек ключ забыл, то или еще что-то, да, и он, ну, не успел вовремя попасть туда, и вот и это были знаки, да, но он на эти знаки внимания не обратил, и, собственно, поэтому попал в пиздец. Либо там в аэропорт, да, вот сколько было случаев таких, когда вот самолет разбивался, да, человек ехал, у него рейс, а у него там, ну не знаю, замок заел, вот замок заел, он этот замок колупает быстрее, опаздывает, а замок заел не просто так, все, он этот замок это опоздал. Впереди камера на полосу. Замок заел, блин, он не успел на рейс, потом этот самолет разбился, ну как бы грубо говоря, в общем. 10 лет, что именно, если не секрет, у меня смещение 6-8 позвонка, небольшое, там, миллиметры какие-то буквально, вот, и из-за этого она у меня там зажимается мышца эта воспаляется и дает боль, вот, и как бы ничего нельзя сделать, ну, как ничего нельзя сделать, это либо регулярное плавание, а когда мне регулярно плавать, тут, блин, регулярно поесть не можешь. Вот, либо как бы, ну, короче, регулярные массажи. Ну, сейчас, допустим, возобновлю там курс массажа. Но чтобы конкретно искоренить эту проблему, увы и ах, только можно, допустим, оперативно, да, но оперировать позвоночник я ебала. Впереди камера на 80. Оперировать позвоночник? Впереди камера на полосу. Да, бляха-муха! Оперировать позвоночник я ебала в кредит. Какую страну хотелось бы увидеть? Америка, Италия. Австралия, наверное, не знаю. Ты женщина, любовница, жена или мать? Я прежде всего человек. Я прежде всего личность. Я прежде всего женщина. Брата, сестры нет. Твое утро начинается с чего? Блядь, с телефона. Потому что сразу первым делом смотришь какие-то сообщения, какие-то звонки, какие-то оповещения, какие-то напоминания. Спасибо за прошлый эфир. Свое мнение о вас сильно изменилось. Вы крутая. Спасибо вам. На диетах нет, не сижу. Правильное питание. Вот сейчас, сейчас уже возобновила правильное питание, потому что на отдыхе не следила за этим. Ну, не то, что не следила, просто пила себе разгрузку. Ты страдала за мужчиной? Не, ну это не страдание за мужчину. Понятно, что как у всех людей... Впереди там, камера на полосу. Есть какие-то там... А ну, подождите, я гляну, куда мне ехать. А вот, понятно, что как у всех людей бывают какие-то там ситуации в личной жизни, которые там вызывают какие-то переживания.
Ну, чтобы я прям там говорила, я без него не могу, я без него сдохну. Ну, конечно же, такого не было. Были какие-то, конечно, там ситуации, там, но не такие, что прям. Она добилась, чего хотела, дальше стремишься. Слушайте, каждый день нужно к чему-то стремиться, что-то добиваться, и, поверьте, далеко не предел, и нет предела совершенства. Как думаешь, 11 Pro Max стоит купить? Я не знаю, мне он не нравится, для меня он страшный. Эти как три камеры стрёмные. Что-то ты не очень популярный. Ну да, видимо, поэтому ты в моем прямом эфире. Если впереди камера на полосу. Если речь идет о количестве сейчас просматриваемых, количество подключенных людей, то в общей сложности эфир потом дает несколько тысяч, ну не несколько, там 10 и более тысяч общий охват. Хоть ответишь на мой вопрос. Простите, блин, отвлекаюсь, не вижу, что как. Чего мне так жарко? Ну, блин, рубило, блин, нагрело. И прят ЕКБ. ЕКБ на скане под берега. Люди в твоем городе ровно после четверга, куда не летят самолеты. В Москве намного лучше, я живу в Торонто, тут большая деревня, с своими принципами очень трудно. Чем планируешь в дальнейшем заниматься, в каком русле работать? Это однозначно телевидение, во всех его сферах. Так красиво губы кусаешь. Очки сними. А где волшебное слово, блядь? Пожалуйста, где волшебное слово, а? Включи музыку, шум. О, угадаем, какая песня будет, то такой сейчас вечер у меня будет. Дима Маликов. Что-то, сука, опасность надвигается. Так, ладно, Дима Маликов, это все хорошо, но я не готова его сейчас слушать. Какая у тебя любимая книга? Наверное, Ронда Бёрн «Секрет». Наверное. Самая дорогая вещь в гардеробе, не знаю, шуба, наверное. Хотя, ну да, наверное, шуба. Ну вот что ты, блядь, вот куда? Ну езжай уже, езжай, блядь. Сними очки, пожалуйста. Вот если пожалуйста, вот снимаю. Лера без макияжа. Милашка. Мат за матом, телеведущая, блин. Слушайте, ребятушки. Кстати, включите сейчас этот интервью Собчак и Лободы. Первая минута интервью, когда Лобода сидит. Говорит, спроси у меня, как я отношусь к Тилю. Тиль — это ее, от которого она ребенка, когда муж. Собчак говорит, как ты относишься к Тилю? И она говорит, он охуенный. Поэтому что я хочу сказать касательно мата. Матом посылать и вообще какие-то вещи говорить с матом иногда полезно. И это каждый прямой эфир говорю. Иногда матерное слово... Впереди камера на полосу. 10 культурных слов. Я, конечно, могу сказать, уважаемый сударь, а не соизволите ли вы, пожалуйста, пройти вот эту прекрасную дорогу мелкими шажочками в путь? Там же просто какие нахуй. Все. Телеведущая, она на ТВ, а тут у нее личная жизнь, за собой посмотрели. Нет, ну люди же просто узко мыслят, понимаете? Если они меня видят либо в телеке, либо в Инстаграме, либо еще где-то, да? У нас такие так принято, что нужно показывать пример. Нужно вести себя вот так. Да мне похеру, блядь, как нужно вести. Мне как комфортно, я так и делаю. Хочу в своем... Через 600 метров. Держитесь левее. Хочу в своем эфире матом ругаюсь. Хочу в своем эфире ненакрашенное еду. Хочу в своем эфире блокирую. Что хочу, то делаю. Если постоянно жить для кого-то,
как вот нужно правильно говорить, нужно вот так вот делать. Да, слушайте, живите вы правильно. Вот вы правильно будете жить и от слова хуй сознание терять. Вот так вот скучно и проживете всю свою жизнь. Так. Очень красивая, классная девушка. Спасибо. Чем занята? Еду. Всегда красотка. Спасибо. Чуть мне уши заложила. Ты одна, ты такая, я тебя знаю. Отписываюсь. Нет, не делай этого. Ты что? Так, правее, значит, держитесь, да? Что, тёлка меня пропустит? Нет, тёлка не пропустит. Тут мужчина меня пропустил. Держитесь левее. Я держусь левее. А в Москве сколько? 2 года. 2. Дела. Ну куда, ну куда, ну пропусти. А, ну вот мужчина пропускает, баба не пропустила. Вот так вот всю жизнь у меня, понимаете? Привет из Украины, город Винница. Привет, Лаля. Лалочка из Винницы. Доброго тобі вечора, гарних справ, щастя, кохання, успіхів та всього самого найкращого, це ж найкраще, це так воно і є. А откуда ти родом? Впереди дорожные работы. В левом ряду. Я родом із планети. Прямо 2 км. Із планети Земля, ти откуда родом? Баба стерва. Да есть не стервы, есть просто, которые, либо у которых в личной жизни не лады, либо еще в чем-то не лады. Всегда бабы это такие существа, они это. Ладно, не буду. Не все, конечно. Но есть персонажи. Так, спасибо, обожаю тебя, я вас тоже обожаю. Простомочка, желаю тебе всего самого хорошего и вам тоже. Вот это я попала в пробку, я вам хочу сказать. Привет, передай минеральным водам. Минеральным водам я передаю каждое утро. Привет после своих выходных. Ну и вашим минеральным водам тоже передам. Натуральный у тебя цвет волос, да, натуральный. Зачем очки на улице, нет солнца? Затем, что это часть моего образа на сегодняшний день. Как посоветуешь справляться с депрессией? Вот смотри. Берешь веревку. Кусок мыла. Присматриваешь какую-то такую хорошую, крепкую люстру. Смотришь на все это. Машешь рукой и говоришь, да пошла она нахуй, эта депрессия. И все будет хорошо. Так. Ты можешь доверять как себе, кому я пропустила? Очень классно, обожаю твой характер. Спасибо. Что с речью шепелявишь? Нет, шепелявит зыгана. Я просто разговариваю нормально, а ты доебаешься. Ты где? Я сейчас на Кутузовском, по проспекте. Спасибо большое, прям настроение поднялось. Вот ты хорошо. Я знала, что я создана на радость людям. Привет, Львова. Львів, вам також доброго вечора. Дуже хотіла би з'їсти зараз ваші вареники з картоплею. Але я у Москві. І все. Много штрафів оплачують ГИБДД.
Последний раз у меня было штрафов на 45 тысяч, по-моему, на 42. Вот что у меня, Владиславовна. Карета уже отвечала. Можно увидеться как-нибудь, но если вы где-то меня увидите, я с удовольствием. Пиздец, какая жесткая пробка, блядь, я начну нервничать. Да, настроение отличное, оно сейчас начинает вымораживать меня эта пробка, если честно. 45 штук за месяц, я не помню, за сколько там набежала. Я просто получилось так, что я телефон поменяла, а приложение Росштрафа забыла установить. Ну, что-то ездила, пока мне судебные приставы смс-очку не прислали и не сказали, что Валерия, мы вас ожидаем. Вот, и все, я увидела, что... Ой! Круто разглашено, украинский президент Донбасса. Донбасс, здравствуйте. Там какой-то дебил в аварию. Блядь, не пропустишь ты, никуда ж ты. Ну все, ты проезжай, блядь, не тупи. Аллилуйя. Сейчас, ребят, подождите, я тут просто разогналась, это у меня жопу занут. У меня машина заднеприводная. И я сейчас проеду один участочек. Дорога мокрая, дождь, ты жопу заносит что-то. Вот так, что я хотела вам сказать. Квадратное, что квадратное, ничего не поняла. Так, ребят, ладно, короче, я, наверное, все-таки буду выходить, потому что там дальше у меня опять пробка, и, короче, что-то мне это... Дождь идет еще параллельно. В общем, давайте я буду реально лучше за дорогой следить. А вам желаю хорошего вечера и до новых встреч в рубрике «Фрост в тачке». Все, все обняла, поцеловала. Муа!